разобраться, Илья Анатольевич. Так, полденс, что же там эротичного? Ну, так, может, эротику можно найти где угодно. Но если вы у себя в спектакле хотите поставить эротический танец, вряд ли вы будете ставить танец Аполлона. Ну, это все, конечно, в каком-то контексте существует, потому что, ну, если это какой-то определенный спектакль, у нас какие-то задачи есть сценические. Мы же сейчас какую-то виртуальную историю обсуждаем. Если это органично, почему нет? Просто на самом деле это довольно часто используется по всему миру. Это направление и в цирке Дю Солей. И бывает, знаете, когда пилон работает не один человек, а пара работает, или он такой высокий, на котором может прям разместиться нескольким танцором, это уже какой-то визуальная мозаика. Это даже больше уже не танец, а какие-то акробатические номера, как мне кажется, нет? Тут конечно, амбиции режиссера или какого-то мероприятия. У меня к вам вопрос как к хореографу. Говорят,